Короче, что мы делаем? Мы твой аккаунт будем сейчас качать. Ты сейчас удивишься. А, что? Качать. Подожди. Качать. Качать. Все. Все. Короче. Все, мы все сделали. Так. Хоп, сразу, видал? Хоп, там вот такая штука выпала, вот такая. Так, теперь мы вот возвращаемся, сейчас подожим. Вот так вот делаем. У меня теперь есть меч. У тебя есть Кента. Кента. Персонаж Кента, чтобы ты понимал. Сейчас моя реакция, знаете, на большинство скинов. Ммм, прикольно, я не знаю, что это такое. Ммм, тебе нужно будет залогиниться потом и забрать еще стенку на халяву. Я тебе потом покажу, где. Окей. Погнали, смотри, я тебе. У тебя теперь есть Кента, у тебя 10 тысяч алмазов. Что на 10 тысяч алмазов можно получить? Ты готова увидеть? Удивляться, возможно, нет. Вот. Так, сейчас я уберу вот эту штуку. Вот так. Все. Короче, мы пойдем сюда. За. Покупаем. За 79 алмазов у тебя теперь топовый скинчик на биту. Вот такой. О, я видел его, кстати. Вот такой. Купить. Все, купили. Дальше сразу у тебя топовый скинчик на персонажа. Вот купили. Открываем сразу. Это, если что, сразу раздельные все вещи. В основном всегда во Free Fire раздельные приколы. Пропуск за 40 алмазов, дядь, за 40 алмазов. 40 алмазов. Это где-то 20 рублей, может 25. Придется Battle Pass качать. Да, его быстро прокачать. Там можно за сутки прокачать его. Покупаем всякие купоны. Всякие купоны. Так, ты за мужика играешь же, да? Ну, в основном, да. Все, отлично. Обезьянка-музыкант. Не, это говно, не будем брать. Лутбокс, говно, тоже не будем. Хотя за 39 алмазов, почему не взять? Я думаю, это нормально. Граната. Граната-щелкунчик, там за 30 алмазов. Нормально? Дальше. Это с эффектами какими-то? Некоторые с эффектами, некоторые без. Так, давай за 119 алмазов вот такой вот скин, но он такой говно, но пускай будет. Вот. Так, покупаем. Это, короче, тайный магазин, бывает раз в 2 месяца. Ой, а чё я не покупаю по одному, я чё, тупой? Почему ты по одному покупаешь? А шо нет? А шо не так? Так, шо ещё купить? Давайте эмоцию. Чтобы он как в Fortnite вот так вот делал. Не, вот это, кстати, классная тема. Все, отлично. Так, стенка, смотри, какая стена вообще была. Смотри, пушечку, стенка вот такая у тебя будет. Вот, ионная. Так, как думаете, купить ему Вуконга за 49 алмазов или да, нет? Да, покупай. Вукон покупай, топ, покупай. Да. Конечно, купили. Все, Вуконга купили. А вот эту вот доску покупать, Кроноса, это КР-7, короче, коллаборация. На халяву. Ну давай, там 49 алмазов, пускай будет. Так. А лезвие будем покупать золотое? Давайте лезвие еще золотое. Все, короче, смотри, половину магазина тебе забрали. Это только 500 алмазов потратили? Да. Офигеть. Так, персонажа. Ну персонажа ты сам качать будешь. Дальше, шо? Мы идем в сокровищницу. Шо у нас сокровищница будет? Давайте посмотрим. Не, это говно, скин, я не буду. Я не буду на него тратить. Давай, наверное, заберем эволюцию. Смотри, дядь, сколько вы PlayerUnknown Battleground Mobile тратите на то, чтобы выбить эволюцию? Ну, чтобы выбить ее. Да, выбить просто. Я не знаю, ребят, кто в мобайл прям сейчас играет, кто качал. Ну вот сколько ты там тратил, там ты говорил. А, ты же говорил, Я выбивал одну эту. Мини 14, но она мне выпала вроде с одного из первых прям прокрутов, да? Угу. Я ее не прокачивал, там еще на прокачку уже нужны вещи. Угу. Вот. Ну сейчас будем пробовать. Так, с лутбокса ничего не падает. Сейчас будем пробовать, короче. Они на Теслу столько рублей потратили, ты о чем? А, ну нормально. Так, так, тратим. Так, что с этого кейса упадет? 300 золота, ну такое. О, вот этот кейсик нормально. 3. Давай не с последнего. Нет, с последнего. Ладно. А, стой, она в любом случае выпадает, да? Да, если, да. Если ты все прошли. Все, у тебя теперь МП5 есть, легендарная. Дальше идем. О, круто. Набор Пегаса. Это, мне кажется, тебе нужно, вот эта тема.
Это вот это конь, на котором ты летал сегодня? Да. Это выглядит довольно-таки прикольно. Так, давай я. Что в этом кейсе? Этот кейс оставлю. Вот этот кейс. Там же еще эмоция идет. Так, вот это, вот это. Все, вот эти кейсы мы убрали. Погнали. Может, с первой попытки, давай. Не? Не. МП5 имба, я знаю. О, что-то выбили. Смотри, это... сразу. Это скин на питомца легендарный. Стоп, а если у тебя нет питомца и выпадает скин, то... Ну, он остается, да, он будет ждать питомца. Понял. Но этих питомцев очень часто там на халяву. Вот тигра точно на халяву, помню, давали бесплатно. Так, следующее шо? Открыть. Еда. Пожуй сам. Питомца можно качать, да? Так. Открыть. Последний. Говно. Не угадал. Давай только не с последней. Понял. Я думаю, перед последней. Не знаю. Нет, сосе, не прикинь, опять же. Что-то не везет немного. А ну. Но зато, смотри, мы выбили какую темку офигенную. Да, повезло тебе, да. Все, а ну теперь во Free Fire придется играть, короче. Мне купон закинули. Мне купон спасибо, закинули? Да. Сейчас, подождите, сейчас заскрини купон, либо небольшая пауза. Так. Сейчас бы кидать купоны, когда прокачивает аккаунт. Ну, это нормальная тема. Сейчас, ребят, сейчас заскриншочу. Сейчас все будет. Че, меня не грузит чат теперь, ребят. Ну, ждите тогда. Кирилл, за это заделай там штуки всякие. Так, что дальше идем? М14 мы не будем же выбивать? Или давайте бесплатные попытки потратим? Как думаете? А, что, и бесплатные попытки есть на то, чтобы выбить такую крутую пушку, типа? Да, ты уже выбил навсегда одну пушку. У тебя навсегда М10-14 дробаш выпал. Кстати, прикольный скин. Так, раз, два. Так. Может, какую-нибудь еще пушечку, нет? Нет? Я тебя понял. Послали. Так, ладно. Это не будем выбивать, да? А, крутанем один разок. Давай крутанем. Один разочек. Набор с питомцами или что? Ну да, может питомец выпадет. Да. Вот там золотое что-то. Да не питомцы скины. О, что-то выпали. Выпало, ну-ка. Доктор... О, это сразу питомец выпал, кстати. И еще эмоция на твоего питомца, который был. Крякер, короче, это, кстати, неплохой питомец, что ты понимал, он дает 60% дополнительной скорости передвижения, когда ты сидя. Понял? Все, будем летать на картах, получается. Летать. Вот, ну по факту. Это же он, да, по-моему, дает? Так, да. Хорошо, что еще будем? Да, это он. Ну это говно, мне кажется, нет? Это говно. И на этом мы потратим еще дофига. Не, курточка прикольная. Ваня на него потратил бы. А на парафал будем тратить? Ух, нифига себе, а что это такое? Это инкубатор. Это, короче, несколько скинов в одной серии, понял? И ты выбираешь там. Можешь все собрать, можешь не все. Ну, короче, будь тебе, типа, скины на оружие, понял? А у нас так каждую обнову какая-то пушка выходит, понял? Да, да, да. Так, погнали, ладно. Сейчас бесплатные попытки. О, знаете что? Знаете, что я забыл сделать? Надо кое-что сделать. Ты в курсе, что у нас есть такая тема, что у нас это раз в неделю обновляется пополнение, и за пополнение ты можешь получить всякие плюшки. В этот раз ты получил вот такую вот эмоцию. Нифига себе. Фейерверки. Это Рамадан. Знаешь Рамадан праздник? Ну да, да. Вот, и вот такая тема. Так, ладно. Это забрали. Давай качнем немного эволюцию. А, там же у нее прокачка еще. Да, ее еще прокачивать надо, но это можно потихонечку качать. Так, это мы сделали. Что дальше делаем? Кстати, надо забрать тут плюшки. О, ты забрал. О, еще есть. Обменник. О, ты можешь сразу Хаята получить, слышишь? Сразу получаем тебе Хаята. Забери потом вот этот знак пробуждения. Смотришь, какая фишка у нас есть. Ты играл в ММО игры? Да, да, конечно. А, ты знаешь, что такое...
как это называется. Everything for the family. Называется. А я не помню, как это на английском называется. Awakening. А, когда, короче, навыки, они... Ну, у тебя перс такой же, а они потом переделываются, эти навыки. Дополняются чем-то. То есть, в Black Desert это, я знаю, есть. Я понял, понял. Вот, во Free Fire у нас есть точно такое же, с некоторыми персонажами, он не потихонечку добавляются. То есть, смотри, изначально персонаж выходил там 3 года назад, да? У него был навык, когда ХП уменьшается на 10%, увеличивается пробитие брони на 7,5%. Потом его пробудили, он стал вот таким, и у него дополнительно к этому навыку дополнительно дается... Повреждения, полученные спереди, уменьшаются на 1% за каждые 10% потерянного здоровья, понял? То есть два навыка теперь в одном. И так несколько персонажей есть, понял? Да, да. Вот, для того, чтобы его получить, это нужно, короче, выполнять вот тут задание. Вот, и ты сможешь, типа, прокачать его, и у тебя будет... Ну, кстати, перс очень крутой, на самом деле. Очень много кто пользуется вот этим чуваком. Так, тут мы забираем... Ты что не забираешь там всякие ивенты? Я забирал все вроде. Все нужно забирать. У меня пока в меню глаза разбегаются, Ваня. Понял, понял. Вопросов нет. Так, тут все забрали. Все, отлично. Вопрос, Дельта, ты хоть что не понимаешь? Мне кажется, нет. Конечно, все понимаю. Так, хорошо. Дальше, что мы будем делать? Что мы дальше будем делать? Предложение есть? Кроме руки и сердца. Так. Что ему качнуть? Чат, что ему еще качнуть? Я думаю, да. А, парафал. Явно не у меня. Парафал. А что у меня? Блин, что за фигня в последнее время в джекпот не заходит сразу? Так, я думаю, парафал покрутить еще. Ясно. Ясно. Да, ну сейчас, мне кажется, очень много потрачивает парафал. Мне кажется, лучше на скидочные вот эти штуки пойти. Кстати, мы пропуск должны забрать. Да. Мы уже забрали тачку, о, аватарки, и набор, да? Плюс наборчик, женский, правда, не суть. Все, а тут еще можем забрать? Давай еще тут заберем. Раз. А, у него, он сейчас почти пропуск прокачает, он же у нас киберкотлет, он уже задротил игру. Ты в курсе, что вот я сейчас зашел? Два дня в игре. Ты уже прокачал наполовину пропуск. Прям настолько быстро качается? Ну да. О, а вот это хорошая доска. Тратишь почти весь сезон на это. Не, вот все. Так. Ну если не оплачиваешь его, конечно. Так, это мы сделали. Что дальше идет? Пропуска. Мотоцикл, жабка пишется. Мотоцикл купить? Ну давайте мотоцикл. Может, мотик купишь? Вот тот с коллекции? Ну давай. Смотри, какой у тебя сексуальный мотоцикл будет. Ну все, буду катать вас. Это 699 алмазов всего лишь потратили. А там еще есть скидки на этот, на лутбоксы. А, так, я хотел. Кстати, для машин не нужны... Руки. Топливо какое-то. Так, что будем брать? УЗИ, грозу, эти штуки. Что возьмем? Косы. Ну... В принципе, о, коса, кстати, прикольная тема. 10 лутбоксов только потрачу, больше не буду. Понял, больше не буду. Спасибо. Пошел так, косы. Да, куда подальше? Маг 10, что забрать? Mm-hmm. Предлагайте. Давайте два вектора будет зажимать. Ты говорил, оружие все играбельно, да? Ну все играбельно. Гроза, лучше все будет, гроза и УЗИ. Давай грозу. Да. Вот мне тоже гроза симпатизирует. Забираем. Сразу выбили, да? Хорош. Все, сразу я выбили, знаю. Да? Все. И еще, сразу М82. Два оружия, смотри, вот два оружия. Раз и два. Яма, так это вообще ж все. Все вообще повезло, просто. Повезло получается. И сканиров тебе еще напоследок. Так, первое выбили. Что с ними делать потом? Да, забей, это просто, у них там миллионы. Так, Максим и вот это, давай. Вот это, я думаю, да, нормально. Забирай, так, пожалуйста. Сейчас первой попытки. Огурец, можешь замолчать, пожалуйста, не разговаривать никогда в жизни. Понятно. Понял, давай еще. Давай. Не. Ну, не хочет оно давать. Виктора может еще попробовать. Они ж топ, вроде.
Ну, вектора это пушечки, которые... Ой, мы пушечку одну выбили, кстати. И вектор выбили, хорош. О, парафал. Да, и парафал, и пушечку. Хорошо. Вообще просто великолепно. Дядь, ну ты теперь это популярный, будешь это, козабеки. Короче, с векторами кто у нас, это козабеки, что ты понимал. Понял? Угу. Жесткий, короче. Так. Блин, ну вот это говно я точно не хочу забирать. У нас есть узбекиллеры вот эти вот, это у нас также. Может АЭСочку? Или это слишком сложно для него будет? Или АУК? Давай АУК попробуем. Так, пробуем. Понял, АУК не хочет. МАК-10. Понял, понял. О! СВД-ха выпала. Нормально. Нормально, нормально. СВД жесткая, ой, кстати. Кстати, на что у нее? На дальность или на магазин? И минус точность. Понял? Так, что еще? И может быть... Слышишь? Может, знаешь... Может, я могу бить. Может быть, мы ему еще покачаем эволюцию, эту пушечку? Бомбу, песню, бурю? Кейси? Ой, лутбоксы, точнее. Ну да. Ну, мне кажется, до черта можно, а дальше... А там со скидкой сейчас есть лутбокс? Или его убрали, да? Нет. Нет? Вроде нету. Это какой? Розовый. А чё, а где лутбоксы? Стоп, это оно? Да, это МП5. Да, его убрали, да. Слышишь? А там написано должно быть снизу. Вот, да-да-да, это он. Да, это он. Чё, будем покупать на оставшиеся? Так, а там что выпадает? Жетоны прокачки МП5. Понял? Чё, попробуем? Да. Я думаю, максималку потратить. И все. Все, я потратил максимал. 39 лутбоксов. 10 упадет. 10. О, девяточка, неплохо. Ну слушай, окупились, нормально падает. 9. 2 девяточки, хорошо. Нормально, это. Нормально, окупились. Так, хорошо. Типа, если одна десятка падает, это уже. Это уже вообще, идет. Вообще. Это отлично. Так, угу. Смотри, третий уровень мы качаем. И чуть-чуть не хватает. Прикинь, чуть-чуть не хватает. Вообще чуть-чуть. До четвертого. И там был бы еще. Блин, чуть-чуть вообще. Подожди, нам по идее с пропуска должны давать. Пропуски же дают жетоны эти. А ты в складе посмотри, нет? Подожди. О, кстати, да. Ой, я не туда. Склад. Правильно. Тык. А где это? Прочее? Это что? Вообще. О, только это не то. Ну, это разные. Не то. Это не то, да. Так, ну у нас еще 16 купонов на вот эту, надо это тоже прокрутить. Так, погнали. Джекпот. Где у нас? Алмазный джекпот, давай. Женский скин тебе в коллекцию, понял? Да. Так. О, ну все, выбили тебе джекпот. А, нет, это о, что-то другое. А, нет. Фига себе, они анимацию на эту штуку добавили? Еще на что-то. Чего? Ебо! Нормально так! Что это? Это, короче, штука... Я не знаю, что это такое. Это, короче, штука дает возможность тебе... обменять любой костюм на выбор. Серьезно? Да, это очень редко. У меня за 5 лет игры 33 штуки таких только, и все. Хотя я все выбиваю. Я понял. И, ну, это реально сложно получить. Их на Новый год дают бесплатно, прикинь. Их получается, ну, получается, Free Fire рад меня видеть, да? О, получается так. Так, еще что-то. Так, ладно, обувь. Я бы сейчас офигел бы, если бы еще купу выпал, я бы... И набор. Все, тебе вот, набор выбили, главное. Понимаю. Все, дядь, понимаю. Ты все забрал. Слышишь? Прикольно. Так, оружие еще. Этот момент, когда все таки о, нифига себе. И ты такой, что? И ты такой сидишь, а что это такое? Нормальная тема. Так, идем в магазин. Теперь ты выбираешь, смотри. Вот такой есть костюм. Ну, он такой, фигня. Дальше, есть такой. Тоже, есть вот такой. Сейчас, погоди, там мана загораживает. Во, вижу. Вот такой. Так. Сейчас мана опять загораживает. А, серьезно? Там я там закидываю всякие приколы. Да, я вижу.
Есть он прототип. Прототайп, знаешь игру? Да, 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 да. Кстати, прикольно смотрится, на самом деле. Дальше, если такое, у него офигенные эффекты сзади. Угу. Вот такой. Ща, погоди, он закрыт маной. Да я жду подолго. Так. Снова мана. Накидайте ману, пожалуйста, пока что. Вот этого... Вот этого лягушонка. Это у тебя лицо сейчас, да? Да-да-да. Кстати, Ваня, у меня есть... А, ладно, я тебе потом покажу. Так, есть и такой да. еще. Так. И вот такой. Угу. Какой мне хочешь? Кажется, прототип самый прикольный, нет? Ну, это выбор за тобой. Вот это хочешь? Ну, визуально, да. У меня больше всех зашел. Окей. Так, тогда я обмениваю, да? Уверен? Это твой окончательный это? Стоп, 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 стоп. А покажи клоуна вот этого выше, который был. Вот он. И там, если что, все эти костюмы можно масочку отдельно одеть. Там, то есть этот желтый костюм взять, это к нему масочку эту одеть. Или тапки там. Короче, все это можно комбинировать сейчас, понял? От кого клоуна? Клоуна или прототипа? Ну, выбирай. Я думаю... Ну, клоуна классная то, маска, подумал. Вообще жесткая. Ну, в клоуне сочетается только голова с чем-то. Ну да, по факту. Угу. Ну и прототипе тоже, ну, хотя нет, у него джинсы сочетаются и вверх. Но зато голова у него такая себе. Такая же тупая, как у меня. Штаны у него хорошие, нравятся. Давайте клоуна, если плохо играть буду, буду клоуна брать просто. И... Не, раньше были прям хорошие. Не играл. Что ты понимал, этих клоунов, это их 7 штук вообще на самом деле. Вот, это один из них. А так их еще 6 есть. Там типа инкубатор, вот который видел, вот парафал, это, да, 4 скина. А есть еще инкубаторы на костюмы. Вот. И там тоже можно было получить. Так, чё, клоуна забираю? Да. Все, окей. И выбор был клоун. Как и я. Ой, я тебе даже могу сейчас, по идее, показать. Слышишь, сейчас. Инкубатор, обмен. А, нет, не могу показать. Так, уйти отсюда. Так, погнали, короче. Во-первых, все делаем красиво. Все, ты теперь популярный, короче. Так, тут на задний фон делаем тоже красиво. А... Туда вот эту машину. А теперь берем вот так. Здесь ставим стенку. И тут ставим вот эту легендарную досочку. Это прикольно придумали, типа, ставить вещи. Дядь, ну ты вспомни, что можно было ходить по лобби? Когда да, еще не вышел. Да, помню, можно было ходить просто. Так, ну чё, персонаж. Персонаж. Наверное, Хаята ему оставить, да? Слушай, я тебе Хаята оставлю. Я тебе навыки сразу открою. У тебя как только... Нифига Тимур, хорош. Если у тебя будет еще монеты копи, ладно, и открой ей третий слот. Сюда мы добавляем активный навык. Наверное, вот этот, да? Чтобы он мог спрятаться в любой момент. Вот этот, наверное, чтобы ему здоровье восстанавливалось. Ну и последний навык он сам откроет. Так, это мы сделали. Теперь мы идем в оружие. Самое главное. И пошли ставить скинчики. Надеть. Надеть. Показывает в лобби. Надеть. Тык. 38 дней. Неплохо. Парафал, навсегда. Винтовочка. Навсегда. Привычка. Навсегда. Вот это тоже навсегда. О-о-о. Но я пока это поставлю. Хотя нет, лучше это поставлю туда. Маг 10. Сюда. О, вот Виктора можно сразу показать в лобби. Он там прикольная анимация. Так, вот это, либо вот это. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Дальше вот это. М8. Нифига у нас на скорострельность еще, нифига себе. Это просто новые скины добавили сегодня, понял? Я просто сам еще не... Они все с бонусом. Так, гранаты. Стенка. Так, это все мы тебе забрали. Питомец. Смотри, какая у тебя еще анимация добавилась. А, не, подожди. Стоп, она не забралась. А, во, это она. Понял? Хотя она вроде как у тебя была. Так, утку, нет, наверное. Нет, ее не было. Как утку назовем? Первая. Как утку назовем?
Утку? Да. О, как же ее назвать? Я просто, ну тому я быстро придумал какой название. Какой у тебя самый популярный подписчик на канале? Что-что? Какой у тебя самый популярный подписчик на канале? Давай на данный момент... О, давай монстр напишем. Монстар 310, да? Да-да, просто кто в топе, по мане, Monastar... и по эфирам, Star... его туда, туда его. 1.3.10 или у него L там? 1.3.10, да. Все. Это питомца должно быть 8 символов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Надо убрать циферки, понял? Да-да, да, без проблем. Блин. Главное монстру завтра рассказать, что это в честь него названо. Так, питомец. Смотри, раз, сразу качаем уровень, два, качаем уровень, три, качаем уровень, четыре. Все, мы тебе до пятого уровня сразу прокачали, понял? И сюда если его. Что, ты можешь переключать навыки у этого питомца тоже, угу. Если тебе не нравится. Но этот навык прикольный, там типа положение сидя, скорость увеличена на 40%. 40% это прям, ну, ощутимо. А там будет до 60, угу. Понимаете? Так, ладно, у навыки тоже надо качать, чтобы ты понимал. Так, погнали, тебе оденемся, оденем тебя. Так, смотри, у тебя есть стандартный костюмчик, вот такой. Угу. Уже. Но ты можешь, например, поменять, и сделать его вот так. Или по частям, да, одеваешь? Конечно, конечно. Так, я думаю, ты сам дальше сам разберешься. Да. А я, просто короче, оставлю просто. Вот так вот. Собственно, все, вот такая вот тебе контента подвезли на Терово. Терово. Вот. Спасибо за... В общем, выходим с аккаунта и заходим на свой, и дальше идем сливать рейтинг.